Сезон охоты на косулю открыли прямо в черте города чиновники из администрации Красносельского района. Поймать оленя было необходимо для его же блага. Косулю заметили рядом с заброшенной военной частью. Животное спокойно гуляло возле опустевших зданий. Когда люди стали ловить оленя, он попытался ударить волонтеров своими маленькими рогами, затем убежал во дворы. Зоологам пришлось пойти на хитрость. Сначала они выманили животное, потом окружили и накинули на него сеть. Был создан, так сказать, специальный коридор, по которому косулю удалось выгнать. Специалисты рассказали о том, что даже траву они вырывали, потому чтобы ей было комфортно пройти, чтобы она нигде не упала, не повредила себя. Косуля оказалась 3 года, вес ее около 30 килограммов. После медосмотра гостю отвезли в лес, подальше от людей, машин и бродячих собак. Это основные источники опасности для маленьких оленей.